Лыжный забег в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха стал настоящим праздником для детей и взрослых. В рамках мероприятия были организованы старты в 16 категориях на дистанциях от 600 метров до 5 километров. Помимо возрастных забегов, организаторы провели дополнительный соревновательный зачет «Семейный», в котором за победу боролись пары в формате «Ребенок плюс взрослый». 3, 2, 1. На дистанцию вышли любители и профессионалы. Несмотря на дружескую атмосферу, к забегу готовились основательно. Всем хотелось пересечь финишную линию первым. Юрий Комлев – лыжник со стажем. Каждый зимний сезон он с сыновьями принимает активное участие в соревнованиях. За плечами сотни километров трассы. Да, сыну готовлю инвентарь. Теплеет, влага появляется. Мажу ускоритель, чтобы отталкивал воду. Семейные лыжные старты проходят в Одинцове уже второй год. И за это время успели полюбиться участникам, среди которых в этот раз были именитые спортсмены. В рамках события впервые организовали звездную гонку, в которой приняли участие победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Знаете, года 4 назад я первый раз стала на лыжи, просто одолело меня такое любопытство, смогу ли, и красота лыжных гонок, и так как бегут ребята, это, конечно, захватывает дух. В гонке не было проигравших. Организаторы позаботились о том, чтобы каждый участник унес домой памятную медаль. Тройку победителей в каждой категории специальными призами награждали приглашенные звездные гости на главной сцене парка. Кто-то пришел испытать свои силы, а для кого-то это этап на пути к мечте. Какие планы? Поехать на Олимпиаду, занять первое место. Когда я вижу счастливых детей, счастливые лица родителей, я вижу такое большое количество звездных гостей, которые пришли поддержать и меня, и пришли покатиться на лыжах. Все это, наверное, настолько радует душу, аж мурашки по коже. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».